На ресурсе собеседник.ру вышла такая статья 15 марта. Пошел вон, разъяренный Киркоров устроил в лифте новый скандал. О чем же тут говорится? Окружение поп-короля считает, что он в шаге от очередного нервного срыва. Настроение у Филиппа Киркорова сейчас совсем нерадостное. Скрывать гнев поп-король уже не в силах. На днях Филипп попал в очередной скандал, устроив разборки с журналистами. Общаться с прессой в данный момент Киркоров желанием не горит. Обычно словоохотливый Филипп бегает от акул пера, словно настоящий спринтер. Корреспонденты «Собеседник» встретили звезду на дне рождения его боевой подруги, известного диджея Кати Гусевой. «Любовь моя», — улыбнулся Филипп, протягивая ей подарки. А вскоре посчитал, что его миссия на этом выполнена. Вызывая лифт, скомандовал Киркоров своим охранникам. Те желание певца выполнили. Не говоря больше ни слова, поп-король зашел в лифт. Каково же было его удивление, когда за ним туда же успели заскочить и несколько корреспондентов. Те стали задавать певцу вопросы, спрашивать, почему у него такое плохое настроение. Но Филиппа это еще больше вывело из себя. «Пошел вон, зло!» — выпалил Филипп. Ошарашенные акулы пера потеряли дар речи. К счастью, в это время двери лифта открылись, и певец смог наконец-таки выйти на улицу. Больше на вечеринку он не возвращался. Что Филипп сейчас не в духе, чувствуется на себе все его приближенные. На очередных съемках шоу «Маска» певец тоже не мог скрыть своего раздражения, когда с ним стали спорить другие члены жюри. Филипп вспылил. «Какие вы злые, уйду я от вас», — заявил Киркоров. Почему злится Киркоров, неясно. По одной версии, Филипп переживает из-за огромного долга латвийскому банку в размере 70 миллионов рублей. По другому, Киркоров никак не может отойти от неожиданного ухода певицы Азизы из шоу «Маска». Филипп сильно переживал из-за того, что выгнал свою подругу, выступавшую в образе пингвина из телепроекта. Ну, а то, что он рассердился на журналистов, они уже, честно говоря, обнаглели. Лезут везде со своими вопросами. Может, и правильно сделал, что выгнал их из лифта. Но на этом...